С 2015 года вечный огонь на мемориале горит постоянно, поэтому даже на время профилактики, чтобы сохранить непрерывное горение, сотрудники Сочигоргаза огонь перенесли во временную чашу. Прежде чем достать горелку, газовикам пришлось потрудиться. В самой звезде накопилось очень много бытового мусора. Большая его часть, конечно, сгорела. Остался только пепел, но вот в этой куче можно было рассмотреть даже жестяные банки. Вот такое отношение некоторых сочинцев к вечному огню и к нашей истории. Мусора собрали полное 15-литровое ведро. Газовики все тщательно очистили, включая саму горелку. Сегодня мы проводим внеплановое техническое обслуживание систем горения вечного огня, потому что при обходе наши слесари обнаружили слабое горение пламени, и это, естественно, вызвало беспокойство. Нам сейчас очень важно прочистить сопла горелки для того, чтобы пламя горело ровно и это было безопасно. После того, как все профилактические работы были проведены, горелку вернули на место и от временной чаши снова зажгли вечный огонь. В последний раз подобную работу здесь проводили 22 июня, в день памяти и скорби. Ну а к 9 мая сотрудники Сочигоргаза проверят оборудование на всех мемориалах в ЛАО в Лазаревском и Сергейполе.